Здравствуйте, дорогие товарищи. Сейчас там вам представлю гармонь. Гармонь продается. Мастера Шибаева, Нижегородская гармонь. Восьмипланка. Крути, крути гармонь-то, крути. Вот я показываю. Крути со всех сторон. Крути лучше быстрее. На. И, товарищи, помощник. Даже не соображает, что надо крутить, что-то делать. Не то, что играть. Не может даже исполнять, что я говорю. Так, поезжай. Ну, крути. Вот сейчас со всех сторон. Сверху, попусти, это, вверх покажи. Вот, поворачивай тучбы. Вот так вот. Их и бестолково вымать. Теперь перед собой покажи правый. Правую крышку. Так, тональность до мажор. Поверни. Восьмипланка. Заемная механика с правой стороны. Теперь низ покажи. Низ покажи. Вот отделан все. Вот. Тональность до мажор. Можно сказать, в отличном состоянии. Воздух держит нормально. Так что желающие, звоните. Гармонь неплохая. Но не за 20 копеек. Ты ничего, что крути? Крути ее. Крути их вверх. Без толщи, без толковой, блядь. Вот такие есть помощники, которые не были мы ни кукареку. Вот такими работаем, работниками. Вот. Еще покрути, крути, крути ее, покрути, чтобы люди видели. Все надо показывать, все надо. Ну, стой, стой. Вот зад, задняя. Ремень. Вот. Еще крути. Благословляю, все, крышка. Так, покажи. Покажи перед правую сторону, переверни. Правую, открой крышку. Правая сторона, открой крышку. Правая сторона где? Опять открой. Купит. Ну мало купит. Делай, что я тебе говорю. Вот, товарищи зрители, вот такие есть окружающие люди, которые ни хрена, извините за выражение, не понимают ничего. Он не может даже. Что ты крутишь-то не так? Даже... Что опять заворачиваешься? Вот, смотри, бестолковый-то. Вот так крутить можешь снять. Без сволочь, блядь. Снимай крышку-то. Ну надо. Вот, снимай, вот эту крути, вот, снимай. О, блядь, вот ты с кем старше общаешься. А? Поверни сейчас, чтобы я видел. Поверни лучше, блядь. Вот заемная механика. Правая клавиатура называется. Поверни еще. Поверни, на вид поверни. Вот клавиши, видите? Поверни, чтобы блестел, видно блеск и все прочее. Вот. Вот клавиши я делал для нее сам. Это гармония. Канал, пишите, звоните. До свидания, всего хорошего.